пляж Гренада, вот такое море, мутноватенькое, и народу, смотрите, время, точно не знаю, но где-то в районе 6 на часах. Часы по привычке на автомате всегда одеваю, но батарейку так и не дойду до нее, на колораж. Люди купаются, вода теплая. Это вид с причала Гренады на пляж Лазурный впереди. Пляж Лазурный. Центральный пир. Пошел я дальше. Ну вот отсюда начинается пляж Лазурный. Он же центральный. Там народу очень много. Ближе к центру. Шарика нету. Шарика нету. Вот здесь вот вода есть. Вот зимой здесь постоянно тусуется. Вот здесь вода. Ну и в основном зимой здесь выход на море. И там в центре, здесь даже, по-моему, поболее всегда людей. Местные с колясками ходят. Поэтому здесь тусуются. Может, кто покушать даст, и тут же он попьет. Ух, как чихает, здорово. Ну-ка, на обход, на обход. Обходим. А вот я не пойму, смотрите, вот я, допустим, болею вот этими легкими, да? Выздоровел. А дальше что? Я могу снова подцепить шля? Или как? Вот это мне непонятно. Край-то есть болезням. Один раз подцепил, два, три. Легкие потом выплюнешь на пляже. Ты пойдешь без легких домой, что ли? Как это вообще выглядит? Ну-ка, кто знает? Напишите. Что-то. Присела. Так, ладно, идем дальше. Набережная Лазаревского. Ножи продает. Ускорим шаг. Включили музыку в кафе. Господи, как она меня осточертела. Вот только ходишь и контролируешь эту музыку. Больше уже ничего не видишь. Слушайте, ну где ты знаешь? Обормот. Сегодня 21 сентября. Большой Сочи Лазаревская. Ни раз не заходил сюда. Давайте зайдем, посмотрим. А что, хорошее кафе. Уютненькая кафешечка. Спасибо.
выдру похожий. Вообще, когда рыбачишь на озере или еще где-нибудь, выдры как вынырнут, тоже неприятное. Клипса! Клипса! Жена Шарика. Смотрите, где виснет. Не узнала? Консумир. Че, клипса, не узнаю? Где Шарик? Шарик где? Ты же жена бывшая, ты должна в курсах быть. Где твой красавчик? А это ваша собака? Нет. А чья она? Да она ничья, она гуляет. Мы сами не знаем, чья. Ну вот и гладь ее. Очень сильно любит собак. Да? Ну давайте ей тогда покушать дадим. Кушай. Ее клипса зовут? Ты же все-таки жена Шарика бывшая. А что это у нее на ухе? Бирка, как она называется? Чипсы, клипса, чипса. О. Да. А это для чего? Ну, и чтобы она не потерялась. В смысле, ей прививки сделали. То есть она... Она не больная? Она здоровая, означает. И ты приклеил, чтобы не запутать собак, которые... Ну, да. Ты что ты не делаешь? Я снимаю видео. Клипса. А ее как зовут? А? А ее как зовут? Я ее Клипса зову. Подписчики тоже Клипса зовут. Это мальчик или девочка? Девочка. Это подруга Шарика. Шарика? А где Шарик? А Шарика вот я ищу, найти не могу. Так, давайте я отсыплю. И пойду дальше, потому что мне некогда. Если мы его найдем, скажем вам. Хорошо. Пишите. Как мы поймем? Ну как с детьми разговаривать? Маленький. Что? Маленький. Он большой, он камни с моря таскает. А Шарик? Шарик камни с моря таскает, да. Он любит камушки. Он черный? Нет, он рыжий. Ну ладно, пока. Дети на камеру попали. У меня же не детский контент. Может, YouTube докопаться. Хотя там же мата же нету там. Хотя что, какая разница, да? Ну, у него свои законы этого YouTube, там хер поймешь. Там очень много правил, которых нельзя нарушать. Там не только мат, там очень много. Сейчас я в телефоне посмотрю, сколько время. Я и забываю, что у меня труба есть такая перелевая. Да нет, время, я думал, 6 уже. Да не. Время только 20 минут 6. Я через каждых 100 метров подхожу, смотрю, чтоб Шарика не проворонить. Ну, это центр Лазаревского. Вот шторм с камином, с настоящим Кавказ, колесо, обозрение, центральный пирс. Это центр. Здесь движняк.
новые подписчики, слышите? Или гости канала. Кстати, канал Олег Сочи Лазаревский называется. Вот наклассник там один чертило, называется у него Адлер, Черное море, Адлер Сочи, что ли, так называется, в одноклассниках. Группа в одноклассниках, он на этом бабки зарабатывает. И он мои ролики, он каждый раз мои ролики туда берет и скидывает в наглую. За счет моих роликов имеет бабло. Так что, кто смотрит в одноклассник этого козла или козлиху, уходите оттуда на YouTube. На мой канал Олег Сочи Лазаревская. Зачем в одноклассниках мое видео смотрите на чужом порту? У меня там нету в одноклассниках ни одной группы, даже профиля нету. Я год назад удалил, смысла нету, потому что в одноклассниках, когда смотрят ролики, на ютубе это не зачитывается. Вконтакте, да, на ютубе, на одноклассниках нет. А столько времени убиваешь на эти все соцсети, чтобы это раскидать видео. Вот, столько народу, сейчас увеличу. 21 сентября, сегодня Лазаревская. Большой Сочи. Бархатный сезон, господа. Вот когда надо приезжать. Эти правильные люди. Ну вы же смотрите, когда у вас отпуск, вы бы, может быть, и рады в сентябре приехать, в начале октября, но когда отпуск, да? Того как. У кого деньги есть, он тут по 4 раза в год приезжает. Я тут очень много зимой вижу одни и те же лица. Это приезжие. Вот так прижались к стеночке, а стенка теплая, бетонная. И почки прогревает, или спину, что он там делает. Что он там прогревает, не знаю. Эту сторону вообще камера направлена. Столько народу. Вода теплая. 27 тепла. Вода 25,7. Местные на рыбалку вышли. Удивительно. Пойду подойду. А? Короче, приходят в 5 утра рыбачить. И поздно вечером уже на кефальку охотятся. Вчера 2 кефальки крупных вытащили. Ну и чуварочка. 5 или 6 начинает. По штучек начинает клевать. Это замечательно. Обрадовали они меня. Ну, вода теплая, поэтому кефаль не клюет. Она не любит такую 26 градусов вода. Ей надо хотя бы 21, чтобы не движняк был. Зимой к весне ждем, когда вода потеплеет, чтобы клевала. Осенью ждем, когда похолодает, чтобы клевала. Ты чё, рыбачок, без удочки? Забыл удочку? Глухой. Глуховат. Или прикинулся глухим. Местные мало разговаривают.